В представительстве Европейского Союза в Туркменистане прошла пресс-конференция в честь 30-летия со дня установления партнерства между Туркменистаном и Европейским Союзом. На конференции были ключевые выступления посла Европейского Союза в Туркменистане и заместителя министра иностранных дел Туркменистана. В многовекторной внешней политике Туркменистана многостороннее взаимодействие с Европейским Союзом является одним из ключевых направлений. С момента установления партнерства в феврале 1993 года накоплен позитивный опыт конструктивного сотрудничества в различных сферах – политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной. Двусторонние отношения между Туркменистаном и Европейским Союзом регулируются временным торговым соглашением до ратификации соглашения о партнерстве и сотрудничестве Европейским парламентом. В рамках этого соглашения Европейский Союз и Туркменистан проводят ежегодные встречи двустороннего совместного комитета для обсуждения ключевых аспектов двусторонних отношений, в частности в торговле и экономике, реализации стратегии Европейский Союз-Центральная Азия, политические и экономические события и ключевые аспекты программ сотрудничества Европейского Союза в области развития. В ходе конференции были упомянуты достижения Европейского Союза в Туркменистане и были обсуждены дальнейшие перспективы. Еще были презентованы успешные проекты, финансируемые Евросоюзом. Стороны отметили важность сотрудничества в области образования, здравоохранения, окружающей среды, пограничной службы и улучшения условий жизни населения. В рамках недели культуры Европейского Союза в Туркменистане будут проведены концерты детского хора под руководством Виты Тимирмами Мура 26 ноября во Дворце Мукамов, 3 декабря в Государственном драматическом театре Марийского вилаята имени Кемене. Today is a very important day when it comes to the relations of Turkmenistan and the European Union. It's been already 30 years when we are working together, realizing interest both of the all citizens of European Union member states, and of course citizens of Turkmenistan. And today we had quite a large, big press conference here in our delegation of the European Union in Turkmenistan, with the participation of Deputy Foreign Minister Madame Biashimova, and with the participations of the coordinators, resident coordinators of our programs and projects of the European Union in Turkmenistan. There are many of them, and of course we are looking forward to have even to strengthen our cooperation in the future. We were working on the special roadmap of the strengthening of this cooperation, but also to establishing certain meetings, conferences, events that will happen not only next year but also many years to come. So hoping for the better cooperation and for the better future of the European Union and of course Turkmenistan, I look forward to this cooperation.